За прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Смелая, Логвинова, Санжаровка, Калинова и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применили 122-мм артиллерию, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, АГС, зенитные установки и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 178 гранат, мин и снарядов. Вооруженные силы Украины не прекращают ведение разведки вдоль всей линии соприкосновения с применением беспилотных летательных аппаратов, что запрещено Минскими соглашениями. Так, в районе населенного пункта «Счастье» в зоне ответственности 14-й бригады Вооруженных сил Украины зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата, проводящего разведку вдоль линии соприкосновения. Мы можем сделать вывод, что на данном направлении командование Вооруженных сил Украины планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением как артиллерии, так и минометов.